Канун Дня знаний в Кировском центре социальной помощи семье и детям прошел праздник «Скоро в школу». Чем занимались будущие первоклассники, увидела Милана Поварницына. Дети стали участниками театрализованного представления со сказочными героями. А все конкурсы были направлены на подготовку к школе. Это и уроки чтения, математики, и даже проверка умения собрать портфель. И неудивительно, что все дети захотели пойти учиться. Потому что в школе можно быть умным. Там можно получать пятерки, четверки. Я хочу узнать, что... Как там работает и как там учатся. Это праздник не только для детей, но и для родителей. Ирина Алексеева пришла с дочерью Марией первый раз, но он принес ей много моментов радости. Дети и родители, они должны дружить. И на этом празднике, как бы, мы же детей тоже редко видим с нашими заботами и работой с нашей, а здесь мы все вместе, и очень приятно, когда вот такой праздник для родителей, для детей. Задача Центра социальной помощи – не просто помощь детям из семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и детям с ограниченными возможностями. Важно, чтобы они адаптировались к реальным условиям жизни, чтобы смогли в дальнейшем жить без помощи специалистов. И мероприятие Центра – по сути, рука помощи. Таким стал и праздник для 30 будущих первоклассников. Целью этого мероприятия является организация досуга и развитие познавательной способности детей такого возраста. Специалисты дневного отделения, с помощью специалистов всех отделений центра, в принципе, каждый принял активное участие. Кто-то привлекал спонсоров для формирования подарков, кто-то готовил информационные материалы. Отметим, что в центр обращаются малообеспеченные, многодетные, неполные и опекунские семьи. Здесь в помощи не отказывают никому. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.